Так. Харьков, 11 апреля 14 год, 10:38. Зеркальная струя. И оперный. В Харькове так мало туалетов, что символ города — зеркальная струя. Оперный театр, в него недавно, по слухам, ломились пророссийские активисты, требуя выйти мэру, выдать им мэра города Харькова, товарища Кирнеса. Ну, конечно, оперный впечатляет, но можно ли было его с мэрией попутать? Где надо жить, кем надо быть? Может, конечно, и утка, но смешно. Так, это у нас опять какие-то купола. Скоро в Харькове церкви будет больше, чем жилых домов. Помяните мое слово. В стране растет количество церквей, чтобы народу было где дышать на ладан. Так, там у нас, это у нас будет «Голос Украины». Там будет оперный театр хороводить, песнопеть. И здесь у нас будут свои песнопения. Там будут запевать. Тут будут отпевать. Вот, кстати, звуковое сопровождение к отпеванию. А вон еще какая у нас достопримечательность, красота появилась. Быков. Сейчас отсюда пока не видно. В бой идут одни старики. Харьковчанин наш Быков. Сейчас я выйду туда. Зеркально устроенная рация, да, лучше показывать. А вечером она такая красивая. О! Капитанскими погонами. Для меня это актуально. Я только из-за военкомата. Завтра меня, послезавтра забирают в армию. Так что, народ, если вам снится, что вас повторно забирают в армию, и вы кричите, что да я уже служил, Васли, да я уже служил, это ничего не помогает. Вот меня реально послезавтра забирают в армию. В легендарную Десну. Ну ладно. Думаю, пока здесь показывать больше нет.